вышли в финальную часть турнира «Кожаный мяч». Вы добились уже очень и очень многого. Но вам предстоит работать над собой, чтобы быть вот такими же удачливыми футболистами, как наши ребята, которые стоят перед вами с национальной сборной. Пройдет немного времени, и вы будете в таком же качестве уже следующему поколению говорить напутствие и вручать мячи. Я вам желаю побед, хорошего общения между собой с началом вашего турнира, ребята. Желаю вам удачи. Общее фото с представителями команд, с капитанами. Ребята увидели Игоря Стасевича, уже не остановить.